Российская Федерация, как государство, которое оккупировало Крым, она проводит политику фактически повторной депортации крымских татар с полуострова. В данном виде это происходит как попытка к принуждению к выезду крымских татар оттуда путем репрессий. Это политика этноцида классического, потому что преследуется только этнонациональная группа. Даже не только там проукраинские граждане. Прежде всего, если ты крымский татарин, даже если ты религиозный деятель, и ты не активный политический деятель, там проукраинский, крымский, татарский, ты будешь преследован. Это как обыски в мечетях последние. Ну, вот, поэтому фактически мы вчера призвали в законопроекте, в постановлении мирового сообщества признать геноцид крымских татар в 1944 году, депортацию крымских татар актом геноцида, и б, это попытаться воздействовать на Россию для того, чтобы остановить репрессии.